Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня мы посмотрим видеоролик, который мне прислал мой подписчик Пайпикс через донатик, за что ему огромное спасибо. Но прежде чем смотреть, хочу прочитать вам его донат. Я считаю, это одной из лучших трилогий в ГД, которую, к слову, я прошел. Все три левела, даже не экстримы. Но выглядит бомбезно. Третий может показаться экстримом, но там довольно легко учится геймплей. Возможно, ты и сам когда-нибудь пройдешь эту трилогию. Значит, еще раз спасибо. Давайте будем разбираться. Вот. Название видоса The Rainbow Trilogia. То есть, будет... Ну, Rainbow это вообще райдуга, да? Типа, будет разноцветные какие-то вот приколы, да? Так. Название уровней. Бишроматик, мультичхроматик, ультахроматик. Видите, в конце матик. Ну что ж, ставим лайки, подписываемся. Всем желаю приятного просмотра. Поехали. Так, нету тайм-кода, значит будем, как говорится, так видеть. Не, ну клёво, блин. Ты прав, да. Бомбезная трилогия, вот. Не сильно они длинные. Не, ну да, на экстрим это не тянет, я с тобой согласен. Но здесь много, знаете, таких это хреновых моментов. То есть можно слиться, даже не понять как. Такие здесь моменты есть. Все движется, плывет, блядь, вообще. Это пока, ребят, все еще один и тот же уровень. Но он имбовый. Интересно, что второй это нам покажет. Какие эмоции принесет. Кстати, чел на 60 FPS это делает FPS. Три монеты забрал. Нифига, полтора часа играл. Вот это да. Че попытки покажет? Попыток. Так, это... А, это инсендема, нифига себе, нормально. Видите, кто-то на две монеты прошел, пофиг. Так, ну чё, второй смотрим, второй. Видите, вот, что второй, что первый, они между собой похожи, вот. Это один и тот же человек сделал, я так понимаю. Либо одна и та же команда какая-то. Потому что я не думаю, что это один человек делал. Не написано, кто создал его. Не, ну этот покороче. Хотя. Ну бомбезно. Не покороче он. Хотя не, в любом случае, первый чуть длиннее. Я вот не понимаю, почему эта трилогия так мало набрала просмотров. Ну, 10 тысяч за год всего лишь. Ну, реально, уровни вот топовые, прикольные, да, интересные, блядь. Декор зашкаливает. Можно сказать, его даже много. Вот. А просмотров мало у человека. Он же старался, проходил, нет. Не закидывает YouTube треки. Но я уверен, он мою реакцию заметит. Так, здесь всего лишь одна монета была. Пофиг, нормально. Уровень клевый. Так, ультахроматик дальше. Чего? Одна попытка? Дядь, ты чего? Это maybe какой-то баг. Не может быть такого.
Так, ну и третий, который как экстрим будет делить. Ну, пока не экстрим. Пока оправдывает свою оценку. Интересно, вот в каких позициях эти уровни находятся в листе? То есть они, наверное, далеко, 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 далеко. Какие-то там 300-е места, либо 600-е, да, ребят? Надо будет, ради прикола будет, вот если не забуду, после реакции глянуть. Либо вы напишите потом. Ну, в любом случае напишите, у меня умнички, да. Вы не можете мне написать. Вы конечно во всех видах поддерживаете. Значит, третье начало прикольное. Прям бомбить. О, блядь, о боже, это вообще. Ого! Ого! Конечно, я бы подумал, что экстрим, если бы ты не указал, если бы я не увидел, что это инсайн. Ага, вот тебе тря-тя-тя, ага, блядь, говно по трубам течет. И букашки скакают по травке, ё-моё. Ну? Не, я бы хер прошел ему. Первый, второй, может бы как-то выжил, да? Когда-то. Но третий это вообще. Он имбовый, все, да, круто, но бля, это. Это ЖК78, Жеку надо спросить. Он гриндит эти, звезды фармит, да? Он maybe что-то проходил из этого. Хотя, наверное, нет. Ну, Жека, потом напишешь мне, да? Ты, говорится, не знаешь, в комментах писать, а то напишешь. Блин, концовка эпичная вообще. Не, ну это на экстрим тянет, реально. Почему ему, блядь, инсайн поставили, я не знаю. Я бы экстрим поставил. Вот. Блин, 57 попыток. Дядя, боже. Мне интересно, какой у этого человека хардест, если он вот так вот ломает эти вот инсайны. Либо он на копиях тренил, да? Поделал копии, вот, а она мне показал попытки. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данной трилогии. Значит, что первый, что второй, что третий уровень, да, уровни, они между собой похожи. Ламповые, атмосферные и хорошие. Мне понравилось. Как вы относитесь к этим уровням? Напишите это в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте заказывать реакции либо на Google формочку присылать идеи, либо заказывать через донат. Весь прайс написан по ссылке Google форме. Вы переходите на Google форму по ссылке, да, и там прайс написан. Всем добра, бобра, демон демона, всем удачи и всем пока-пока.